Всероссийская акция «Педагогический диктант», посвященная 200-летию великого российского педагога Константина Ушинского, состоялась вчера, 26 сентября, в районном центре. Площадку для написания диктанта организовали на базе средней общеобразовательной школы номер 1. В просветительской акции приняли участие педагоги школ и детских садов района, а также ученики психолого-педагогического класса. Текстом диктанта стал фрагмент педагогического труда Константина Ушинского «Труд в его психическом и воспитательном значении». Мы рады приветствовать всех, кто решил принять участие в просветительской акции «Всероссийский педагогический диктант 2023 года». Педагогические идеи прошлого, определяющие будущее на площадке. Тема диктанта этого года – повод вспомнить о том, что педагогическое наследие Константина Дмитриевича Ушинского, Антона Семеновича Макаренко, Льва Семеновича Выгодского и других великих отечественных педагогов – это тот золотой запас идей, подходов и практик, который продолжает определять вектор развития современного образования и вашей профессиональной деятельности. Надеемся, что вы проведете профессионально, с пользой дела это время. После прослушивания отрывка участники получили текст диктанта, педагогические задачи и приступили к созданию авторского рукописного текста. Задач было три. Текст решения задач нужно было фиксировать в специальных бланках. Работы участников до 22 октября 2023 года проверят эксперты. В их число вошли представители профессионального педагогического сообщества, преподаватели ведущих педвузов страны, победители и лауреаты профессиональных конкурсов. Лучших участников объявят победителями и наградят специальными дипломами.